15 июня в режиме видеосвязи состоялась встреча представителей организаций и структур Десногорска на плановой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь, как обычно, шла о ситуации с распространением коронавируса в городе. Главная тема заседания – ухудшение эпидемиологической обстановки в Смоленской области. Об этом официально было объявлено в минувшую пятницу на совещании в администрации Смоленской области губернатором Алексеем Островским. Согласно указу губернатора, он продлен до 18 июня, потом с последующей корректировкой. Заболеваемость в Смоленской области продолжает расти, и причем расти очень резко вверх. Да, по Центральному федеральному округу практически Смоленская область уже после Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области на третьем-четвертом месте где-то находится. Заместитель главы Десногорска Александр Новиков отметил, что жителями города перестают соблюдаться меры предосторожности, что не может остаться без внимания. Главная задача – провести оперативные меры, чтобы разбудить бдительность жителей и предотвратить распространение инфекции. Очагов распространения вируса в городе пока не наблюдается, поэтому важно сделать все, чтобы ситуация осталась на текущем уровне. Потому что масочный режим в магазинах опять дает послабление. Продавцы опускают товар, соответственно, сами без масок и не требуют масок с посетителей. Поэтому я вас прошу эту неделю плотно поработать, ну и, соответственно, потом на постоянной основе. В связи с обострившейся проблемой заседание чрезвычайной комиссии будет проводиться еженедельно для контроля за процентом заболеваемости. Напомним, что сейчас в городе привито более 6 тысяч человек. На лечении находится 27 человек, из них 9 на стационаре. Критических случаев заболеваемости не выявлено. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.